Вот снимаем это, не снимаем. Ну как можно вот это не снять? Я не понимаю. Как Марсель встречает папу в базарах. Леопольду он насыпал творог прямо на стол. Никто не ест, кроме Леопольда. Наоми уже на улицу собралась. Сейчас пойдешь, Наоми. Вы все Марселя снимаем. Самый голодный. Ты что? Ты куда уже? Ты же так прилично сел за столом, кушал на стульчике. Куда ты залез уже? Наоми там хочет. Разница. Там разная? Разная. Так это миска для него вся, что ли? Да. Ага. А плохо не будет дома? На такой. Майди, тем. Кушайте, скоро зима. Это уже виноград почти последний. Да иди уже гуляй, ты покушала на обе? Саша, выгони на обе, но он тебе по двери просится на улицу. Че она тут сидит? На обе выгонишь на улицу, просится. Все на улицу. Что ты не вышла, пока папа попугая на теле? Ждет. Ну что, Марсель, покушал? А теперь иди творог у Леона попробуй. На створах уже никто не ест. Раз в субботу папа ездит по базарам, покупает. Раньше набрасывались, а теперь, пожалуйста, лежит сейчас собакам отдам. Ну хотя собаки свой творог съели. Да. А Леон, кажется, уже Леопольд наелся. Еще не все на улице. Орут. Вот так папа приходит с базара. Вот так Марсельку кормит. Марсель, ты не остановишь? Видишь, мне темный не понравился. Какой не понравился? Зеленый? Темный. А, темный? Он выбирает, видишь? Специалист. Специалист по винограду. Если кому-то надо узнать, какой виноград более съедобный, какой более нет, надо вызывать Марселя, и он продегустирует, и вам расскажет. Красный вкусный, мне понравился вот этот, да? Тебе вот этот понравился красный? Да, красный вот этот. Голову задирает от удовольствия. Петрик, заедай творог, потому что сейчас это все собакам отдам. Гори там будешь. Сейчас мы уже, сейчас пойдем. Можно сейчас умыться? Да, открой двери. Попугаями. Наоми, папа ходил, что-то дверь, что-то не вышло. Сидишь там под дверью, ждешь. Ну это так, она просто сидит и орет просто так. Может, она даже не пойдет. Может, просто сидит, да, Наоми? Ты просто сидишь? Или хочешь таки на улицу? А Марселька как красиво кушает. Марселька, ой, боже, целая миска. Можно выбирать и выбирать. Выбирать и выбирать. Ой. Вот папа вынес попугая на улицу после базара. И теперь знаете, чем будет заниматься мама? А, мыть полы. И это каждый день. Стол помыть, пол помыть. Зато как весело. Зато можно Бубочку целовать, вот это так колесо. Она такая пригласия, такой зайчик мой. Все, наконец-то наелся. Так, не прошло и там полчаса. Миска фактически осталась целая. Персик, доедай творог, или я отдаю вот этот творог собакам. Собаки еще с удовольствием кушают. Доедай. Так, Микки, давай, тут ты редко снимаешься. Ого. Собаки нормально кушают творог. Насыпала много. Только, Микки, ты куда? Так, Микки ушла. Пойдем.